Украина назначит нового посла в Казахстане. Об этом сегодня в кулуарах Мажилиса сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров. Он также прокомментировал заявление российской коллеги Марии Захаровой. Ранее она заявила, что Москва рассчитывает на высылку украинского посла Петра Врублевского из нашей страны из-за скандальных высказываний. В нашем внешнеполитическом ведомстве посчитали такие заявления неприемлемыми. По поводу комментария официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана, хотел бы отметить, что тональность ее заявления, на наш взгляд, диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России, как равноправных стратегических партнеров. При этом, по словам Айбека Смадиярова, до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев. Официальный представитель МИД также отметил, что украинская сторона с пониманием приняла реакцию Казахстана и в результате достигнута договоренность об отзыве посла. Я полагаю, что украинский дипломат – это очень такой опытный, профессиональный дипломат, который сам понял, что допустил некоторые огрехи в своих высказываниях. Он до этого месяца два назад уезжал в свою страну, проводил консультации. Украинский МИД очень хорошо эту ситуацию понимает, поэтому они направили агреман на нового посла, и скоро, наверное, у нас будет новый посол Украины в Казахстане. Это нисколько не портит наши отношения с Украиной.